Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Давайте сегодня поговорим о новом виде разрешения на работу. Это касается сезонных работ. И сегодня расскажу все нюансы, которые вам нужно знать о них и вообще, как можно работать на данном разрешении. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как известно, с 1 января 2018 года приняли новый документ, который называется «Зазволение на працу сезонного». То есть этот документ разрешает работать все граждане тех стран, которые не входят в Евросоюз. Также был открыт новый вид визы, который называется «Виза D5A». То есть эта виза дает разрешение вам работать в сезонный период. Работы, которые попадают в данную категорию, это работы, связанные с растениеводством, животноводством. Также это сбор урожая, сортировка овощей. Далее, это работа в санаториях, предполагает, в гостиницах, в ресторанах, в барах на сезонный период. На таком разрешении на работу вы имеете право работать не больше 9 месяцев в году. Как же вообще происходит процедура получения этого разрешения? Ну, во-первых, то, что я вам хочу сказать самое главное, то, что это разрешение выдается намного быстрее, чем зазволение на працу, которое от воеводы, так как это разрешение выдает сама именно староста. Но тут есть тоже некоторые нюансы и некоторые проблемы, когда, возможно, может задержаться до 2 месяцев. Вообще предполагает такое разрешение на работу выдаваться в течение 7 дней, а в индивидуальных случаях месяц, даже до 2 месяцев. Первое, что работодатель должен сделать, это обратиться в ПУП, это повитовый ужин працы, и подать заявку на разрешение на сезонную работу для иностранцев. После этого староста принимает это разрешение, также нужно будет сделать еще опинию старосты. Но здесь есть также исключения для 6 стран, это Украина, Россия, Беларусь, Грузия, Армения и Молдова. То есть для этих стран опинии старосты не нужно. Работодателю также предоставляется возможность донести какие-то документы, либо сделать какие-то корректировки, после чего староста уже выдает заключение. За выдачу такого разрешения работодатель платит 10% от заработной платы работника, но на данный момент это составляет 30 злотых, как и для обычного освещения на 6 месяцев. После того, как староста утвердит заявку, она выдает такое заключение о разрешении на сезонную работу. Но это еще не будет зазволение. Хотя по этой заявке работодатель уже имеет право отдать этот документ своему работнику, да, отправить, например, в его страну, либо если он здесь находится. И тот, в свою очередь, имеет право на основании этой заявки подать документы на визу сезонную, либо же, если он въезжает по биометрическому паспорту, тогда он имеет право предоставить это на границе, и это будет подтверждение того, что он едет на работу, на сезонную работу. После того, когда работник въезжает на территорию Польши, то с работодателем он должен заключить, конечно же, трудовой договор, и работодатель также должен предоставить ему трудовой договор в 2 языках. Как на польском, так и на том языке, на котором общается работник. В договоре должно быть прописано все его обязанности, которые должен будет совершать работник. Его прописано должно быть вознаграждение, то есть заработная плата. А после того, когда между работником и работодателем заключается трудовой договор, работодатель должен оповестить ПУП о том, что работник уже на месте и приступает к работе. После этого только староста выдает именно зазволение на працу сезонного. То есть период ожидания, когда староста выдает именно уже само зазволение, работник имеет право работать у своего работодателя. Но это касается только работ сезонных. То есть, делая выводы из всего, что работник имеет работать у работодателя с первого дня, когда работодатель оповещает его в ПУП. То есть, как только он регистрирует своего работника в ужинде працы, то с этого момента работник имеет право уже легально работать, дожидаясь уже того зазволения, того именно основного документа от самой же старосты.
Если работодатель не сообщает в течение 120 дней в ужин працы о том, что работник приехал на территорию Польши и приступил к своим обязанностям, либо же о том, что срок выполнения работы немножко переносится, да, бывает так, потому что когда вы идете подавать на визу, а виза дольше рассматривается, чем само разрешение вписано, да, уже даты, то вы должны сообщить, конечно же, работодателю, и работодатели имеют право внести заявку о том, что вы приедете, например, на 2 недели позже от даты, указанной в разрешении, либо на неделю позже. Ну, то есть они это говорят в ужин працы. И если же этого ничего не произошло, то есть работодатель ничего не сказал, тогда, к сожалению, данное разрешение на работу будет аннулировано. Если же иностранец имеет разрешение на сезонную работу, а также биометрический паспорт, но не делал при этом визы, то он имеет право работать на таком документе с таким паспортом только 90 дней. Для того, чтобы остаться дольше, то есть не выезжать, например, за пределы Польши, тогда в течение 90 дней иностранец должен подать на карту временного побыта. Если нет, тогда он должен выехать в свою страну и на основании вот этого разрешения на сезонную работу сделать просто себе визу. И после этого въехать и продолжать работать. Также было 2 новых изменения, о которых я уже, наверное, и сказала вам раньше. Первое это изменение, то что шенгенская виза, либо национальная, продлили на 9 месяцев. То есть, если у вас есть разрешение на сезонную работу, то вам могут открыть именно визу на 9 месяцев. Но и также я вам когда-то, в самом начале, еще когда только приняли этот закон, говорила, что на основании сезонной работы вы не имеете права подавать на карту побыта. Это не так, внесены также изменения. Теперь вы имеете право подавать на карту временного побыта, даже на основании разрешения на сезонную работу. Если же работодатель предоставляет своему работнику жилье, то должен быть заключен мова найма, также должны быть прописаны все условия, и также работодатель не имеет права взимать заработные платы работника, аренду за жилье. Иностранцу дано право один раз в течение 9 месяцев менять работодателя. Но если вы приехали по разрешению на сезонную работу у одного работодателя, вы у него там поработали какое-то время и нашли другого работодателя, который тоже предоставляет работу на сезонную работу, то у него вы должны получить новое разрешение на работу, и тот, в свою очередь, также работодатель, должен заплатить за заявку 30 злотых. Менять визу, если у вас открыта виза на сезонную работу, не нужно. То есть вы имеете право работать на этой визе, но у другого работодателя, но если вы имеете разрешение на сезонную работу. Надеюсь, я вас не запутала. Есть свои плюсы в этом виде на сезонной работе, так как, во-первых, иностранцы тех 6 стран, которые я вам говорила, Украина, Россия, Беларусь, Грузия, Армения, а также Молдова, они освобождаются от теста рынка труда. Также есть возможность получения разрешения на сезонные работы на 3 года, но нужно не забывать тот факт, что вы можете работать 9 месяцев в году. То есть это, с одной стороны, хорошо, если вы получаете такое разрешение на 3 года, вы можете открыть визу и просто кататься по 9 месяцев, работать у своего работодателя. Также у работников этих 6 стран есть такая возможность, что вы имеете работать до 30 дней на той работе, которая не относится к сезону. Но, в свою очередь, работодатель ваш должен сообщить в ПУП об этом и предоставить вам соответствующую заработную плату, не меньше той, которая была указана на сезонные работы. Так что вот такие вот изменения, что касается разрешения на сезонную работу. Я считаю, что очень хорошо, что они ввели такой еще вид разрешения, так как, во-первых, это облегчает быстрый приезд иностранцам, и не нужно будет ждать так долго документ, как, например, от воеводы, да, разрешение от воеводы. Поэтому, если вы хотите работать на сезонную работу, помните, что вы имеете право работать 9 месяцев в году. Такое разрешение вы можете получить на 3 года, и не обязательно подавать документы в ужинт на карту побыта. Можно работать по разрешению на сезонные работы, просто что ваш период не должен превышать 9 месяцев. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Спасибо, что были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!